Дни чувашской культуры прошли в Крыму. В течение 3 дней на полуострове звучала музыка наших композиторов в исполнении наших музыкантов. Артисты чувашии представили национальную культуру в Евпатории, Симферополе и Севастополе. На полуостров прилетели более 100 музыкантов, вокалистов, танцоров. Делегацию возглавил министр культуры республики Константин Яковлев. Основу программы составили номера государственного ансамбля «Песни и танцы» и симфонического оркестра Чувашской государственной академической симфонической капеллы под руководством Морриса и Клашкина. Музыканты сыграли лучшие произведения чувашских композиторов и шедевры мировой музыки. В Крыму проживает около 3000 чувашей, и в каждом из городов на концертах был аншлаг. Было хорошо. Все такие в нарядах были прикольных. А есть желание тебе съездить в Чувашу, узнать, что там как. В Дни чувашской культуры представители регионов заключили ряд соглашений о культурном взаимодействии. Это предполагает, к примеру, обменные гастроли творческих коллективов обоих регионов. В Севастополе делегация чувашей возложила цветы к вечному огню.